Просим посетителей зарегистрироваться. Здравствуйте. Меня зовут Аманда Рипли. Мне нужна помощь. Присядьте, пожалуйста. Вами скоро займутся. Ну и безмозглые же тут андроиды. А кто займется? Еще какие-то андроиды? Или как? Ладно, смотрим. О! Отлично. Щиток. Сейчас надо посмотреть, как можно перераспределить энергию. Итак, доступ к дверям. Можно вырубить освещение и сделать доступ. Вот как раз у меня, как видите, за моей спиной эти двери и открылись только что. Да. Зеленый индикатор. Что для здесь? Нет доступ. Места. Мы сделали своих рабочих. Ни хлам не влезает, ни сенсоры. Исследования показывают, что потребители с отмазкой относятся к продвинутым моделям. Снова хлам. Ну я просто на автомате нажимаю все взять. Именно поэтому мы сделали так, чтобы нашего андроида нельзя было принять за человека. Будьте спокойны. Ваш комфорт – главный приоритет для компании Sixon. А вот это хорошо. Что комфорт прежде всего. Эй, ребята, как к вам попасть туда? Ну-ка, нужен пропуск. А где мне взять этот пропуск? Чем могу помочь? Мне нужно к пульту управления спутниками. Посторонним туда нельзя. Это срочно! Вы что, не видите, что происходит? Аполло контролирует ситуацию. Процесс регистрации почти завершен. Да ну вас к черту, сама найду. Я бы не советовал. Почему? Я что-то не понял. Этот андроид мне угрожает, что ли? Ну, нифига себе. Так, подождите. Действительно. Надо посмотреть, что тут у нас располагается. Вон там еще щиток я вижу. Ну, окей. Тут даже два андроида. Ну, блин, если здесь будет восстание андроидов, Аманде явно не позавидуешь. Так, смотрим. Прибор слежения. Похоже, самодельный. Ай-яй-яй. У вас проблемы? Нет, все в порядке. Самое главное, прибор работает. Блин, и снова не лезет. Как-то очень много всего получается. Хлам не лезет, этанол не лезет. Давайте входим в терминал. Личное сообщение, манифест. Вот так, аудио. Мари, надеюсь, ты это услышишь. Я решил добраться до Sixon Telecom. Не стал тебя будить, чтобы ты не пыталась отговорить меня. Пойми, это наша единственная надежда. Кто-то должен восстановить связь, сообщить властям на Земле, что тут происходит. Не бойся, я вернусь. Я не оставлю вас, Гларадних. А что тут происходит, собственно? Хотелось бы мне знать. О, станция сохранения. Ну ладно, я торопиться не буду. Свет заработал. Это хорошо, андроидов вроде нет. Так, давайте-ка посмотрим. Что найдем за этими дверями? Клей? И все? Ну, сюда было не просто так пробраться. Берем шприц. А, смотрите, генератор звука. Это может быть что-то интересное. Мы сейчас посмотрим с вами. Итак, давайте. Звуковой генератор. При срабатывании это самодельное устройство постоянно издает звук высокой частоты, привлекающий внимание. Если поставить устройство на землю, оно заработает только через 4 секунды, что весьма удобно. Согласен. Давайте создадим. Отлично. Можно еще кое-что создать. Давайте дымовую шашку. Почему нет?
Пусть пока будет так. А здесь, увы, ничего. Блин, пугают меня вот эти темные места за стеклом. Потому что как-то, ну, ненадежно выглядят эти андроиды. Ей-богу. Еще один. Аккумулятор. А здесь сундучок с чем? Ну, тоже, наверное, хлам, там что-то в этом роде. А, все взял, потому что я как раз хлам сейчас потратил. Так, ну. Все нормально? Странно. Посторонним вход сюда воспрещен. Уходите. Я должна связаться со своим кораблем. К сожалению, это невозможно. Аманда Рипли, вы авторизованы в системе Аполло. Добро пожаловать на Севастополь. Наверняка есть обходной путь. Так, ну вот, скорее всего, это и есть обходной путь. Посмотрим. Скоро наш сотрудник ответит на все ваши вопросы. Получилось. Батарейки. Ну, тоже, наверное, всякая ерунда. Да. Типа сенсора. Пропусти. Это я, Хьюз. Не узнаешь, что ли? Слушай, я должен восстановить дальнюю связь. Станция в опасности. Прекратите истерику. А ну прочь с дороги. Ай-яй-яй. Давайте по-хорошему. О, господи. Ну вот, что и требовалось доказать. Короче говоря, они стали очень опасные. Чё за стук? Ну ладно, это на самом деле ничего по сравнению с тем, что меня также могут они размазать по стенке. 4 патрончика для револьвера. Да блин, где вы, твари? Ваше сообщение. Глаз Аполло. И больше ничего. Так, вон он копается. Нормально. А вот и питание камеры. Все. Давайте уходим. Здесь налево. А, вот. Вижу лифт. Черт, я же забыл, что он еще какое-то время идет. Ну давай. Давай, давай. Все. В
центр связи отправляемся. Центральный узел связи Сиксон. Вход только для сотрудников. Давайте посмотрим. Связаться с Верлен и Торренсом. Ладно. Будем искать способ. Что здесь? Снова ништяки? А для них уже нет места. Только фаер могу взять. Подождите, вот здесь еще есть клей. И надо сначала взломать. Так, поехали. Здесь так, дальше так, и, наконец, вот этот символ. Код принят. С правами администратора входим. Запрос с Торренса. Это Диана Верлен, капитан Торренса. У нас на борту группа из трех человек от компании Вейланд Ютани. Они должны забрать у вас бортовой самописец корабля Настрома. Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием. Внешняя связь отключена системой Аполло. Выполнение исходящих вызовов в настоящий момент невозможно. Ну, приехали. Количество каналов для внутренней связи ограничено. Попробую связаться с кем-нибудь на станции. Ну, давай. Так, питание камеры отключаем. Очистка воздуха пусть работает. Запасной терминал. Смотрим. Ну да. Здесь уже нет никаких вариантов, кроме как идти в тот большой зал. Так, сюда. Отлично. Ну, полезли. Только куда мы так с вами приползем, интересно? А, вон куда. Ну, сейчас давайте здесь как раз и будем находиться. Будем смотреть, наблюдать за ним. Так, дальше. Вправо. И у него глаза красные. Офигеть. Так, куда дальше? Я посмотрю здесь. А, ну, в общем-то, показывает, что правильно идем. Так, он ушел, да? Нам что, за ним надо идти? Нам срочно нужна помощь. Повторяю, нам срочно нужна помощь. Кто-нибудь, ответьте. Меня кто-нибудь слышит? Прием. Нам срочно нужна помощь. Повторяю, нам срочно нужна помощь. Кто-нибудь, ответьте. Так, где он там?
Ага. Нам срочно нужна помощь. Повторяю, нам срочно нужна помощь. Кто-нибудь, ответь. Так, ты там один? Надеюсь, что да. Ну давай, 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 иди сюда. Сейчас мы как раз посмотрим, насколько вы крепкие. Вау! Нифига. Ой. Извините. Все, с этим разобрались. Нифига себе. Меня кто-нибудь слышит? Прием. Нам срочно нужна помощь. Повторяю, нам срочно нужна помощь. Кто-нибудь, ответьте. Блин, куда идти-то? Меня кто-нибудь слышит? Прием. Нам срочно нужна помощь. Повторяю, нам срочно... Сэмюэльс, вы живы? Это Рипли. Рипли, Тейлор, это Рипли. Мы уже думали, что вы... Я жива. Где вы? Мы сейчас на станции транзита, рядом с госпиталем. Так, слушайте меня. Надо выбираться. Тут все перекрыто. Сиксоновские андроиды взбесились и убивают людей. Это невозможно. Это абсолютно недопустимо программа. Я видела своими глазами. Похоже, у местных андроидов другая программа. Но это еще не все. Тут какая-то тварь здоровенная. Она... Погодите, не понимаю. Что значит тварь? Неизвестная форма жизни. Какая-то тварь. Инопланетный организм. Он смертельно опасен. Так что вам надо... Немедленно! Тейла ранена. Ее ударило обломком во время перехода. Сильно? Довольно сильно. Мы не можем уйти. Нужны медикаменты. Ее надо перевязать. А что, Торренс? Передатчик сломан. Я не смог связаться с Верлен. Помощи нет. Черт. Ладно. Иду к вам. Аккуратней там. Блин, они подняли тревогу. Ну все, начинается восстание андроидов. А нам нужно пройти центр связи и спастись. Черт. Так, куда нам вообще? А, вон, смотрите, еще какой-то терминал. Так, ну-ка, подождите. Восстановить подачу энергии. Мне нужен какой-то щиток, да, здесь? Сейчас, давайте посмотрим. Блин, я не понял. Тут кто-то есть? Вау, нифига их там! Так... Офигеть. Так, ладно. Блин. Не хватает места. Давайте здесь посмотрим. Итак, доступ к дверям. Вот так. Все, двери заработали. Ну, отлично. Так, показывайте, куда бежать. Все, я убегаю. Пока, ребята. Твою... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Здесь прыгать нельзя. Не душите меня. Не душите. Все, ребята, я убегаю. Я понял. Я понял, что с вами лучше не связываться. Так, здесь. Вот так, наверное, пробежим. Ну да, пока все правильно. И сзади наверняка там толпа просто за мной гонится. Давай, 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 ускорься немножко. Так, увидел меня? Как что? Как что, ребята? Вас жду. Отлично. Опа, обдурили. Побыстрее. Yes. Я успел. Так, теперь берем аптечку. И используем.
Но все, это уже, знаете ли, другой разговор. У нас появился шанс. Так, ладно, бегом. Позвольте, я здесь пробегу также. Так, станция сохранения. Ну и что рядом враги, правильно? Все будет чики-пуки. Все, теперь валим. Так, это что-то уже не очень хорошее, наверное, что может так громко перемещаться по вентиляции, да? Видите, слюна пошла. Рассказать вам о технике безопасности на Севастополе. Это совсем плохо. Так что лучше давайте не будем туда соваться. Все, вроде бы ушел. Это наверняка я его своим бегом привлек. Так, аккуратненько проходим. Мне надо поговорить с начальником службы безопасности Уэйтом. Пройдемте со мной. Пройдемте. Так, мы убегаем. Ой, не трогайте меня! Ах, вы твари! Бьет! Нельзя женщин бить. Так, я почти выбрался. Куда? Прямо. Так, 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 давай, 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 давай. Я уже знаю, что я у лифта. Вот так. Так, ну давай же. Все.